Дорогие друзья, я шел сюда и вспоминал, это было довольно время волнительное, только что вышло постановление правительства об организации нового. Надежды наши и опасения в определенной степени сбылись. Я продолжаю настаивать на своем. Все, независимо от возраста, должны жить надеждой, что самое лучшее, вот о чем может быть, может привидеться во сне или наяву, что это должно все-таки исполниться. И прежде всего я хочу пожелать здоровья вам всем, вашим родным и близким. В конечном счете это самое главное. Я хочу, чтобы более активно занимала позиции наша молодежь во всех сферах жизни института. Я хочу, чтобы удача была с нами. Thank you.
с этим я считаю, что институт нейрокибернетики в том состоянии, в котором он сейчас пребывает, со всеми достоинствами и недостатками, это прежде всего достоинства и недостатки всех нас, кто работает в этом институте. Мое мнение о наших достоинствах существенно превышает, существенно лучше того, что я мог сказать относительно наших недостатков, потому как полагаю, что у института есть потенциал, кадровый потенциал для того, чтобы быть более успешным и в настоящем и в будущем. И я полагаю, что моя задача, одна из основных задач, это сделать так, чтобы этот потенциал работал на благо каждого из нас, института в целом. Наша лаборатория называется «Лаборатория нейроинформатики сенсорных и моторных систем». Меня зовут Колтунова Таня, и работаю я 2 года сейчас. Лаборатория называется «Детального анализа и моделирования нейронов и нейронных сетей», вот, потому что в ее лаборатории, во-первых, есть слово «анализ», есть нейроны, есть нейронные сети и моделирование, то есть все вместе. Меня зовут Дмитрий Лазуренко, я совсем недавно работаю, буквально с этого года, с января месяца. Мне моя работа, в принципе, очень нравится. Мы занимаемся здесь изучением механизмов психических процессов, когнитивных. Изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Отблеск от заката, костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтой ты обнишь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.